по благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия и при поддержке администрации города Нижний Тагил с 27 июня по 3 июля на площадке у КДК «Современник» пройдет 9-я международная православная ярмарка. В православном проекте участвуют известные храмы и монастыри православной церкви. У каждого из представляемых святых мест своя богатейшая история, с которой можно познакомиться прямо в Нижнем Тагиле на православной ярмарке. Здесь же стоит узнать и о современной жизни этих обителей, а также приобрести продукцию, в них изготовляемую. Ярмарка представит от церковных производителей большой выбор литературы, подарков, сувениров, от светских предпринимателей медовую продукцию, сладости высокого качества, сухофрукты и орехи, натуральные ткани, хлопок, лен, ивановский текстиль и многое другое. Вход свободный. Время работы 27 июня, 2 июля с 10:00 до 19:00, 3 июля до 16:00.